Талантливые дети талантливы во всем. Но чтобы талант смог проявить себя в полной мере, его не просто необходимо заметить, а еще и приложить массу усилий, чтобы он развился. Этим на протяжении 14 лет и занимается телевизионный конкурс детского творчества «Формула успеха». Причем мы не просто ищем таланты, мы показываем всем жителям Прикамья, что в нашем регионе живет невероятно много творческих и креативных детей. Просто им надо немного помочь, протянуть руку и дать на себя ощутить настоящий успех. Меня зовут Снегирев Владимир, мне 14 лет, я из Перми. Профессионально я занимаюсь фортепиано, в свободное время пишу стихи и музыку. Сейчас я исполню Монтекки Капулетти из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Это произведение нравится мне своим воинственным характером.